Здравствуйте, друзья! Сегодня остановлюсь на известной всем проблеме, всем, кто выкладывает самодельное видео на YouTube. Сделал видео о любом редакторе. Обычно весь мусор и все черновые моменты обычно по шкале времени вправо сдвигаешь, и иногда в конце забываешь это все убрать, запускаешь компиляцию видео и получаешь видеоролик с черным экраном в конце. Вот и на этот раз я выставил свою коллекцию открыток к Рождеству. На самом деле она занимает всего 10 минут трансляция. Вот 13 минут черного экрана с мусором. Творческая студия YouTube сейчас позволяет это дело скорректировать. Через интернет. Значит, заходим в творческую студию, заходим в редактирование нужного видео, идем в редактор, и вот мы видим, вот оно видео, вот оно идет, все нормально. Вот конец видео, как раз 10 минут с секундами, а в конце вот он, черный экран. Значит, ну я уже знаю, что мне надо поймать момент 10:50 и 0,4 секунды. Ставим маркер в нужное место, вместо начала обрезки. Жмем обрезать, появляется внизу вот такая черная полосочка с предложением разделить, отмена, просмотреть. Значит, говорим разделить. Все на этом месте, которое мы выбрали, появляется разделитель. Его надо растянуть на ту продолжительность, которую мы хотим удалить. Вот мне надо удалить до конца, я до конца растягиваю. Теперь надо нажать «Просмотреть». И появляется кнопочка «Сохранить». Теперь мы сохраняем видео, читаем внимательно все предупреждения, жмем сохранить. И теперь ждем, когда эта процедура закончится. Надеюсь, что мое видео будет полезно вам. Если оно понравилось, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь. Спасибо за внимание.